Настя! Тормози! Давай за мной! Здравствуйте! Это наши... Куда можно идти? Вот наш подрастающий поколение. Пожалуйста, детей покажите нам. А что над детьми издеваетесь, как поставили? Я что, цветы там принесли? Уважаемый Марат Сафин, мы вас рады видеть на нашей базе Федерации тенниса Республики Татарстан, где тренируется наша сборная республики. И вот это члены наши, здесь находятся члены нашей сборной республики. Они вас все хотят поприветствовать и вручить вам памятный подарок от нашей республики. Спасибо. Я от Федерации тенниса, вам такой подарок. Это для того, чтобы вы, чтобы на Австралиан Опен вы вернулись хорошей ногой. Держите ногу. Только надеюсь, там не вода. Нет, чистейший для вашей ноги. Здесь довольно-таки очень хорошо, но я думаю, надо развивать, если дети занимаются, как видите, у корта много бегают, поэтому я думаю, дело надо развивать, если это им интересно, если это родителям нужно, чтобы не шатались они нигде, и чтобы занимались спортом, неважно, теннис, на футбол, хоккей, но я как пропагандирую теннис, поэтому я за теннис. А в целом впечатление от посещения исторической именно родины, ощутили свою принадлежность национальную? Ну, вот это громкие слов, я не люблю, как ненавижу вот это вот. Нет, просто мне самому приятно побывать, откуда, естественно, предки, там все такое. Нас хорошо встретили. Главное наше. И как бы там хорошо очень отнеслись. Мы как бы, чем можем, тем поможем. Как бы, и для меня это просто удовольствие. Мы доехали на машине сюда, получили огромное удовольствие, к сожалению, только на один день. Но я думаю, в дальнейшем, если нам разрешат, мы приедем еще раз. А самое яркое впечатление у вас какое осталось? Яркое? Ну, для того, чтобы было яркое впечатление, надо, чтобы осталось после, через пару дней после того, как уезжаешь, то есть остается в памяти. Это можно назвать и самое яркое. А сейчас нельзя? Автографы, друзья мои, автографы после фотографирования. На ластике. Никаких даже взглядов. Мы рады, главное, чтобы Сафина было видно. Через 20.